Всем привет, ребятки. Вызвали на работу. Нужно тут гуртовать. Один КамАЗ снега привезли ночью. Сейчас греем погрузчик. Поедем сгуртуем. 5 минут работы. Сейчас пока гидравлику погреем немножко, чтобы масло немножко прогрелось. Сейчас теплее будет, надо потом будет трактор помазать весь. Поедем. Прогрелся немножко трактор. Включаем первую передачу. Потихонечку поедем. Извините. Вот таким макаром мы работаем. Вперед, назад. Ладно, сбуртую, ребята, а потом покажу. Все, ребятки, буртовал. Выезжаем. Ставим трактор на место. Едем отдыхать. Thank you.
начинается снег. Что-то до 15 у нас снега, потом потепление будет. Погрузчик. Все. Стройка. Собянинская стройка. Строит дом по реновации. Сейчас идет отделка. Обшивает он утеплителем. Ну все, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. С вами был Сергей56Рус. Такое небольшое видео записал для вас с работы. Оцените лайком, пожалуйста. Всем пока.